Нам досталась тема «Атлантида». Хотя как досталась? Мы ее сами выбрали. Так, пацаны, я знаю, что нам делать. Нам нужна тема «Атлантида». Ну, короче, Оля все порешала. А почему так, вы узнаете в конце нашего полотна. Кого будем благодарить? Мы дуже дякуем Київській лізі сміха та велике спасибі клініки Зверополіс за те, що вилікували нашу білку. Это все? А, еще я должен почитать. Спасибо YouTube каналу Room Factory за те, що їх дивляться всі, а один плюс один тільки ті, у кого є телевізор. Дуже вам дякуємо. На сцені міні-парки. Сьогодні фішка нашої команди в тому, що ми такі самі, як і ви. Ми теж ніхрена не знаємо про Атлантиду. Слухайте, чуваки, а я бачив один фільм, і там герої щось шукали. І пішли в бібліотеку к якомусь професору. Я теж бачив один фільм, і там герої пішли в бібліотеку займатися сексом. Точно, пішли в бібліотеку. Ні, парні, я з вами не піду. Я не поняв, в який фільм ми йдемо. Ти що, дурний? Ми там про Атлантиду читати будемо. А, тоді потанцювали в бібліотеку. Хто тут іскав професора? А ми міні-панки, і ми шукаємо Атлантиду. Атлантида! А вы знаете, что она находится неизвестно где, как и Эль Кравчук? Я тут! Я 60 лет ищу Атлантиду, и все, что мне удалось раздобыть, это карта, которая поможет вам отыскать Атлантиду. Ура! Пацаны, заряжайте пауэрбэнки и в путь! Вместо карты я отдала им инструкцию к стиральной машинке. А на самом деле Атлантиду можно найти только так. Возьмите 400 грамм порошка. Я отдала им настоящую карту. Я должна что-то сделать. Они не должны найти Атлантиду. Ти що, ідіот? Переверни табличку. О, вот так нормально. Смотри, там бабки віник для бані продають. А що, віник уже в банях виступає? Месте стоите. А вы кто? Я дальнобойщица, разве не видно? Ну мы поняли. Ты можешь и подвести, и... Я никогда никого не подвожу. Всегда все остаются довольны. А вам куда? В Атлантиду. А, так я вас подвезу. Только меня нужно немножко подтолкнуть. Не вопрос. Через 9000 километров. Ну что, вы еще не устали? Я нет. Еще долго треба толкать. Ну так мы уже приехали. Ваша Атлантида 200 метров налево.
Я им набрала. Атлантида направо. Теперь я доберусь быстрее их. Пацаны, а куди ви попали? Це железний порт. То еще дно. Значит, Атлантида недалеко. Дивіться, местные аборигены. Я их узнав. Это племя ревососов. Давай наладимо з ними контакт. Ми міні-панки. Фішка нашої команди в том, що непонятно, хто каже текст. А фішка нашої команди в том, що непонятно, хто. Дядя, ти понял, это міні-панки, Ліга сміха. Ліга сміха? А ну давай пошути. Не вопрос, ревосос. Хамелеон на гей-параде. Ты шо, голубый? Не, вы шо? Я просто рядом с ребятами стоял. Так а шо вы такие смешные тут делаете, а? Ищем Атлантиду. О, так мы только оттуда. Идите в ту сторону по шкарлупкам от семечек. Пацаны, что это такое? Я не понял. Тут что, затонула фура с мини-панками? Так много людей? Больше, чем на концерте Эль Кравчука. На чуть-чуть больше. Скажите, а куда мы попали? Это Атлантида. Чувствуйте себя, как дома. Наконец-то! Ой, хорошо. Здравствуйте! Я королева Атлантиды. Наконец-то сбудется пророчество, которое гласит, что как только в Атлантиду вернутся последние три мини-панка, проклятие спадет, и все сбросят маски. Оля, ты что, на приколе? Мы не будем снимать маски. Я не Оля! Я королева Атлантиды! Ты заигралась! То ты профессор, то ты королева. Ладно, еще дальнобойщица. Снимай корону, одевай кокошник. Вы все испортили! Не знаю, как тяжело быть Олей Поляковой. Вы не знаете, как холодно выступать в одном купальнике в ДК Кропивницкого. Как тяжело одевать узкие джинсы на такие длинные ноги. Но в этом кокошнике вообще похоже на лопату. Чуете, пацаны? А куда вообще делось ваше диско-диско? Оно у меня. А чего мы узнаем про це только сейчас? А я хотела сделать вам сюрприз. А чего именно в Атлантиде? А я еще тут никогда не выступала. Ну так давай, лобай. Люди, народ! Диско-диско-диско-диско-диско-диско-диско. Ты ищи меня, я диско-диско. Диско-диско-диско-диско-диско. Ты ищи меня, я диско.
Неважно где, неважно кто, неважно с кем. Важно то, что если где-то, кто-то, с кем-то, то это уже что-то. Мини-панки и Оля Полякова. Это что-то с чем-то. Оля Полякова, мини-панки. Ваши аплодисменты.